Друзья, здравия! У меня сегодня чудесный инструмент от моего друга. Он, можно сказать, дал мне его подержать и немножко попробовать поиграть. Всем желаю счастья, да. Я напомню, меня зовут Александр, это Академия Счастья. И у нас чудесная погода вот в Одессе. Мы радуемся, играем. Вот, только что записал чудесную музыку. Даниил играл на укулеле, вот он музыкант, и мы с ним путешествовали на яхте. Такая небольшая реклама для подписчиков моего канала. Кто захочет, я дам ссылку на Даниила, можно с ним. Ну, и он и музыке обучает, и на яхте играя, можно договориться с ним, в общем, по катанию на яхте. Вот, о чем я хотел сказать? Он тут перемещается немного. Вот, и происходит такая чудесная штука, что... Ну, что я хочу сказать, что мы — это духовные существа. Вот такое вот идет у нас движуха сейчас. Я не знаю, как меня будет уже слышно, потому что чуток ветерок дует. И вообще, на самом деле, это так ярко, вот когда мы чувствуем свою духовную сущность, когда мы наполнены любовью, да, вот музыка. Тоже наполняет любовью, и когда мы эту любовь вот вдыхаем через макушку, выдыхаем через сердце, это настолько радостно, что счастье просто действительно с нами. Вот можно медитировать в музыке, можно медитировать, глядя на море, можно просто закрыть глаза и наполниться любовью, слушать птичек, вот, да, то есть можно вообще делать все что угодно, потому что мы чувствуем, когда мы чувствуем, что это такое, вот когда мы чувствуем себя, когда мы чувствуем, кто мы есть, это приятно и это радостно, это во благо. Вот, и практика, вот я занимаюсь практикой процессинга, она дает возможность человеку наполниться этим счастьем и убрать из ума то, что ему не нужно, то, что ему... Ну, скажем так, просто лишнее. Лишнее — это все наносное, то, что у нас там накопилось, то, что мы там с детства, даже с прошлых жизней, вся карма, все это исчезает. И когда мы находимся в настоящем времени, это самое, ну, как бы целостное на самом деле. То есть это то, что дает нам возможность исцелиться. То есть когда мы наблюдаем, вот мы наблюдаем солнце, мы наблюдаем море, да, то есть... Это помогает нам почувствовать позитивные вибрации. И в этих позитивных вибрациях мы делимся ими. Мы создаем пространство любви и счастья. Это то, что дает возможность почувствовать себя, почувствовать мир вокруг и стать другим человеком. Ну, другим я имею в виду в большей степени стать собой. Не то, что там ты стараешься что-то переделать, да, в себе, как люди говорят, о, там, надо себя менять, да. То есть естественным образом происходит изменение. И когда это изменение происходит, начинает, вот как бы, как очищаешься, и состояние становится таким более осознанным, более радостным, наполненным позитивом. И вот когда я, ну, что-то рассказываю, да, то есть как бы моя цель это вложить душу в это. То есть не просто, ну, скажем так, просто что-то поболтать, знаете, как бывают люди там, а, я просто что-то расскажу, там, какие-то дам информацию, и все, люди это применят, и это будет как бы хорошо. Да, это тоже важно, но мы черпаем вдохновение от источника всего сущего, из, вот, не знаю, как это назвать, от источника, от хроника каши, вот. Музыка — это тоже способ, любое творчество, живопись, чтобы там человек не делал, если он это делает с душой, то это помогает. Вот. Помогает чему? Помогает почувствовать сердце и отключить ум, да, потому что мы часто умом пытаемся что-то сделать, как-то реализоваться, но это у нас не получается, потому что мы не действуем вот интуитивно из души. Вот. И поэтому в процессинге, да, или в медитации мы ум
как бы, ну, убираем. Ух ты, вот и птичка такая чудесная там, да, то есть какая-то такая, которую я даже не видел, но она такая какая-то радостная вот там прилетела и дает нам знать, как бы подтверждение такое, что, что мы с ними, да, что она с нами, да, то есть и вот когда мы очищаем ум, открывается сердце, открывается интуиция, и мы начинаем действовать во благо. Вот, поэтому, друзья, я всем искренне желаю счастья, наполненности, любви. Пробуждайтесь, ощущайте себя, наполняйтесь любовью и создавайте вот это пространство любви и счастья, дарите его другим людям. Вот таким, таким образом я уверен, что мы сможем сделать мир лучше. Вот, и кому нужна помощь, консультация, поддержка, то пишите в личные сообщения, контакты будут под видео, да, то есть можно добавляться в друзья в соцсетях и, конечно же, задавать свои вопросы в комментариях, то есть я отвечу на них. Я провожу сессии онлайн и помогаю людям стать более осознанными, счастливыми, радостными. Вот таким образом происходит процесс исцеления. Вот. Так что вам счастья, друзья, гармонии, любви. У нас тут даже вот катают на самолетиках наверху. На маленьких таких тоже. Кто желает, возможно, это тоже кому-то принесет счастье и радость. И вот, покататься на самолетике. Я сам когда-то летал на подобном. Вот. И вообще есть такая мечта научиться пилотировать самолет и на своем самолете летать по разным странам. Вот. Так что, друзья, всем счастья. Там подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте лайки, кому понравилось. Вот, это будет здорово, огромная помощь для канала, и уверен, что есть и другие люди, кому это видео понравится, и они будут его с удовольствием смотреть и применять. Вообще, практики, которые я даю, их можно применять и самостоятельно, так что вы их можете увидеть на моем канале, если посмотрите другие видео. Как раз в конце видео будет там несколько видео по процессингу, вот по этой практике. Ух ты, какая чудесная птичка, она снова дает о себе знать. Друзья, посыл – это открытие сердца, очищение сознания, ума, и действуйте из сердца. Создавайте пространство любви и счастья. Вот. Да, его можно создать музыкой. Можно создать позитивными вибрациями.